Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.b. В этом видео хотелось бы рассказать про очередную халяву, итак, погнали! Сегодня 26 октября можно совершенно бесплатно, ограниченное время, забрать такую игру, как Guns of Icarus Online. Не скажу, что какой-то супер крутой игровой проект, но возможно кому-то понравится. Давайте разбираться, вот игровой процесс справа вы можете наблюдать. Ну и здесь вот еще трейлер такой вот в стиме на странице. Ну здесь он может более такой динамичный и яркий, но... Что собой представляет игра? Это у нас стимпанк, командная, то есть для нескольких игроков онлайн. То есть здесь нам дается свой такой дирижабль, мы его отстраиваем, улучшаем, там вроде бы за троих персонажей на дирижабле, и потом вступаем в такие вот схватки. Там вот вы справа на видео можете наблюдать. Достаточно таки любопытно, необычно, возможно кому-то понравится, заденет. Значит, если мы посмотрим по системкам, то очень нетребовательно. Возможно, даже одного ядра хватит, два оперативки и встроенной видеокарты. Ну, почему бы не попробовать онлайн, почему бы не погонять на Метакритике 64? Ну и то, бесплатно, может быть, вас заденет игровой процесс, и вы захотите погонять. Вышло в 2012 году, 5 лет назад. Норм, онлайн, соревнования, соперничество, почему бы не попробовать? Как забрать? Раздает ее сейчас совершенно бесплатно сервис Humble Bundle, как... Ну, неоднократно он вот уже это делал, мы много очень игр забрали бесплатно благодаря этому сервису. Значит, ссылочка на эту страницу вот будет в описании, где забирать. Заходите, если у вас еще нет учетной записи, создаете учетку, и здесь мы постоянно забираем хорошие игры. И Outlast мы здесь забирали, Dirt, всякие, Grid, сейчас вот Guns of Icarus. Что в итоге? Переходите вот на главную страницу, вам нужно добраться, в общем, нажать вот сначала, ну, когда уже зарегистрировались, вошли под своим логином, Add to Cart. То есть у вас, допустим, будет Guns of Icarus, или здесь рекламка, или может сразу у вас такая ссылочка. В общем, переходите, жмете Add to Cart. Вот у вас она оказалась в корзине, переходим в корзину. Здесь жмем, вот на вашу почту будет отправлено письмецо для подтверждения. Жмем Get it for free. Так, вот я нажал. Сейчас будет переход, сейчас скажут проверьте там все дела, ну или нажмите на картинку. Так, проверить почту, продолжите, давайте проверить почту, что тут покажет. Но я обычно захожу, мне удобнее всего, захожу на почту и там жму на картинку. Вот я перешел в свою почту, вот это письмецо, и здесь просто нажимаем на картинку. Вот я нажал на картинку, сейчас здесь заберем все ключи и все дела. Так, проматываем чуть ниже, и здесь вот будет Reveal your Steam Key. Все, получить Steam ключ, в общем, примерно. Вот все, давайте сейчас активирую его в Steam. Так, я запустил Steam, давайте захожу, добавить игру, активировать Steam и вставляю этот ключик. Согласен, вставляю ключ, далее. Готово. Добавилось, да, только что. Guns на G должно быть, Guns of Icarus. Вот она появилась, вот, куплена сегодня. Все, такие дела. Не забывайте, что двое суток. Ключ можно забрать, получается, вот, до 1... А, это активировать. Вообще ключ, как там указано на главной странице, двое суток, фактически до субботы. Сегодня вот четверг, вот еще пятница, и субботу вы можете забрать. Ключ вот взяли, активировать вы его можете потом в течение последующих 15 дней до 11 ноября. Ну, можете или подарить кому-то, или может оставить пока временно. Пробуйте, в общем, может быть вам понравится данный игровой проект, почему бы и нет, достаточно таки необычно. Отстройка своего такого дирижабля и участвовать в битвах. Все, в общем-то. Продолжаю дальше следить за различной халявой, какими-то раздачами. Смотрите, в описании будет ссылочка вот на статейку, где я собираю всю эту халяву. Вот все игры, которые мы уже получили за последнее время. Сейчас, кстати, уже будет 30-я игра такая. Хотя тут в некоторых раздачах было по нескольку игр мы забирали. Ссылочка на эту статейку будет в описании. Вы всегда можете зайти, допустим, на канале не всегда можно видео. Как-то, может, пропустили. А эта статейка, там раз в день можете заходить, зашли, посмотрели. Новое видео появилось. Огонь, все, смотрите, забирайте игру. Сейчас это видео добавлю сюда. Ссылка в описании. Также не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайте rmpc.ba. Я обитаю здесь. Инструкция в описании. Все просто. Станьте блогером на сайте. Все, в общем-то, продолжаю даже следить за различной халявой и раздачами. С вами был Алекс из сайта rmpc.ba. Спасибо за просмотр.